Сибирську, мов років 23, любив він дівчиноньку і сиром пироги. Гей, чула, 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 гей, чула, чула ти, любив казав дівчину і сиром пироги. Чи сиром, чи в сметані, чи в житної муки, гарячі чи холодні, а били ж пироги. Гей, чула, 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 гей, чула, чула ти, гарячі чи холодні, а били ж пироги. Із лісу, із темного, де взялись вороги, дівча його цілує, а він їсть пироги. Гей, чула, 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 гей, чула, чула ти, дівча його цілує, а він їсть пироги. А то були мисливці, ніякі вороги, забрали дівчиноньку із сиром пироги. Гей, чула, 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 гей, чула, чула ти, забрали дівчиноньку із сиром пироги. Ой, хлопці, ви молодці, гадайте мої сни, візьміть собі дівчину і дайте пироги. Гей, чула, 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 гей, чула, чула ти, візьміть собі дівчину і дайте пироги. Гей, чула, 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 гей, чула, чула ти, візьміть собі дівчину і дайте пироги. Друзья, завтра, 17 октября, отмечается День кубанского казачества. Давайте поаплодируем этому событию. И сегодня у нас в гостях народный мужской вокальный ансамбль «Казачий стан». Доброе утро. Доброе утро. Вот это драматургия. Мы ждем с пирогами. Значит, у меня вопрос. Мальчики, а где ж ваши девчонки? Что ж вы мужской-то коллектив, а? Не, они у нас есть. Почему? Есть, конечно. Ну, все, фух, а они в запасе, Ну, сегодня ж не их день. Сегодня ж кубанского казаков, да где-то. Но они где-то есть. Да, но женщина, она подхватит. А, ну все, как давно существует коллектив? Вот маэстро, он расскажет вам подробно все. 8 лет. А до этого, если мы не ошибаемся, вот вы конкретно служили в казачьем хоре. Да, в кубанском казачьем хоре. 30 лет. Да. В 74 году я пришел. 10 лет проработал, потом по семейному ушел, потом еще 20 лет. И вот в 12 году ушел. Но творчество не оставляет. Не могу просто без этого. Скажите, казачьи традиции, казачью культуру, кубанскую культуру, вот вы своим творчеством, я так понимаю, планируете... Передаете новым, подрастающим поколениям. Как вот кубанская молодежь относится к этому творчеству? Вы знаете, замечательно относится. Вообще прекрасно. Где бы мы ни выступали, молодые ребята, девчонки подходят, с удовольствием слушают нас, разговаривают с нами. Мы им рассказываем вообще о кубанских традициях, о казаках. Прекрасно. Молодежь нормально идет в том русле, в котором надо. Дети, внуки, может быть, идут по вашим стопам? Да, тоже песни. Вот у меня внук, тот и на балалайке, тот и казачьи песни. Ну, нормально, ему 7 лет, парень такой. Можно спать спокойно. Абсолютно, абсолютно. Пока жива казачья культура, пока жив казачий дух, русский народ не погибнет никогда. Да, друзья, огромное спасибо. Вокальный коллектив «Казачий стан» был сегодня у нас в гостях. Вы никуда не переключайтесь, совсем скоро мы продолжим. Хорошего утра. Woo!